Welcome back to the fantastic MDM Palace in Moscow for our final day of games here. We have had two great days of action already and have four more LCS battles lined up for you. So let's take a look at the schedule. Друзья мои, мы ведем прямую трансляцию из Московского дворца молодежи. Позади два полуфинальных дня. И сегодня, друзья, нас ожидает четыре последних матча второй недели европейского чемпионата. Давайте взглянем на турнирную таблицу. We'll be kicking off the LCS matches as SK Gaming takes on Ninjas in Pajamas, followed by Lemon Dogs versus Evil Geniuses, Alternate versus Fnatic, and we're going to close out the day with Meet Your Makers versus Gambit Gaming. So our first matchup of the day is going to be SK Gaming versus Ninjas in Pajamas. SK is 0-2 so far this weekend, so this will be a heated battle. Let's meet the teams. First up, on the blue side, give it up for SK Gaming! Громче, громче, друзья! Приветствуем команду SK Gaming! And on the red side, put your hands together for Ninjas in Pajamas! Who will take home the victory here in Moscow? We will find out in just a second with our casters for the English stream, Quickshot and Joe Miller, and on the Russian stream, Avi Artum and Yuppie Prox. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы снова собрались в Московском дворце молодежи на заключительный день второй недели летней серии LCS. И у нас сегодня будут играть команды SK Gaming и Ninja in Pajamas. Команды, которые находятся внизу по рейтингу, но не по скиллу. Да, определенно. И я напомню тебе, я думаю, что стоит напомнить и нашим зрителям о тех матчах, которые уже прошли вчера, потому что, может быть, кто-то их пропустил. Конечно, не знаю, что они делали, но все-таки напомни, что происходило у нас вчера и какие команды выигрывали, какие, к сожалению, оставались в аутсайде. Вчера у нас было целых 5 матчей из-за того, что Lemon Dogs вовремя не приехали, точнее, их один игрок не смог приехать вовремя в первый день. Соответственно, SK Gaming играли против Lemon Dogs, и Lemon Dogs у нас победили в этом противостоянии. Команда Fnatic против Evil Genius. Несмотря на то, что Froggen пикнул Anivia по просьбе зрителей, команда Fnatic выиграла эту игру. Evil Genius очень старались, ранняя игра была за ними, но Fnatic победили. Соответственно, после этого Lemon Dogs сражались с Ninja в пижамах, Ninja в пижамах победили. И, наконец, две последние игры, Alternate против Meet Your Makers, где выиграли Alternate, и GG против SK Gaming, где гамбиты, пользуясь поддержкой толпы, просто сломали игру. Да, сейчас на экранах вы видите положение команд, уже оно пропадает. А мы перейдем, я думаю, к обсуждению предстоящего матча. Конечно. Матча. Сегодня, сейчас точнее, у нас будет прямо SK Gaming против Ninja в пижамах. Эти команды еще ни разу не встречались на летней серии LCS. И мы видим их лейн. Соответственно, Кевин у нас на топ-лейне, Хиркибот джангл, Ацелот мидлейн, Кэнди Панда АД керри и Нимф в суппорт. Да, и, соответственно, Годбро на топ-лейне, Свенскерен в джангле, Бьоргсен на мидлейне, ДТС как АД керри, Дефишо как суппорт у Нинди в пижамах. Вот такие составы, дорогие друзья. Ниндзя в пижамах мы уже видели. SK Gaming мы видели, но две эти команды еще не сражались. Посмотрим, смог... В чью пользу будет их первое сражение? Обе эти команды хотят выиграть. Видите, какой результат? 50 на 50. Зрители не уверены, кто победит, поэтому именно исход этого матча оставит все точки над «и». Да, очень будет интересно посмотреть, что же произойдет. 50 на 50 мнение зрителей. И, кстати, я думаю, что мое личное мнение, что действительно непредсказуемо, как произойдет. Команда SK уже долго на этой сцене. Они опытные игроки, и они понимают, что сейчас нужна эта победа. То есть, как бы, конечно, против команды Gambit Gaming это было очень сложно делать еще вчера. Но сегодня, возможно, против таких новичков, да, как Ninja in Pyjamas, ну, может быть, есть шанс. Я, честно сказать, с тобой не соглашусь, потому что... SK Gaming вчера проиграла Lemon Dogs, а Lemon Dogs проиграли Ninja в пижамах. И теперь SK Gaming встречается с Ninja в пижамах. Как ты думаешь, на чьей стороне
скажем так, плюс к морали и на чей минус? Ну, определенно, конечно, очень сложно. Вообще, в принципе, вся серия сложилась у команды SK. Они сейчас 0-2 идут по результатам, да. Я надеюсь, что они не сделают 0-3, потому что, конечно, им не хотелось бы разочаровывать своих фанатов, да, и заодно как бы показать нам действительно хорошее шоу, потому что мы знаем, когда выигрывает команда SK, она выигрывает очень красиво, потому что как бы очень часто как раз-таки Ацелот играет в этом немалую роль и, соответственно, исполняет великолепные мувы. Но посмотрим, будет у нас так это или иначе. Напомню, что единственную пока что игру на летней серии LCS Ацелот выиграл на Казиксе. В этой игре его команда состояла из следующих чемпионов. Кевин играл на Шене, Хиркюбот играл на Назусе, соответственно, Ацелот играл у нас на Казиксе, Изреаль был у Кэнди Панды и Нив суппортил Трэшоу. Будет ли у нас баны именно против этих чемпионов со стороны ниндзя в пижамах, или же у нас всех этих чемпионов позволят, оставят открытыми и позволят SK Gaming повторить успех, возможно, именно на этих пиках, мы увидим в самое ближайшее время. Да, но я думаю, отвлечемся на секунду от того, какие пики, возможно, были у ребят. Посмотри на зал, практически заполненный весь зал. Ребята, поддержите команды на сцене. Им нужна ваша поддержка. Вот, видишь, даже плакат СК, мы верим в тебя. Мне кажется, ну что тут можно сказать? Поддержка команде определенно есть в зале. Конечно, все болеют за Gambit Gaming, так или иначе, но поддержка команде СК необходима сейчас. Кстати, в ближайшее время мы уже перейдем к серии банов и пиков. И, кстати, вот она начинается. Начинается она уже с бана Насуса в исполнении команды СК и бана Нуну от Ninjas in Pyjamas. Соответственно, какой же у нас будет следующий бан? Следующий бан у нас Шен. Причем СК банит тех чемпионов, на которых они выиграли свою первую игру на LCS летней серии. Очень странный ход, на самом деле, действительно, потому что... Свенскрин практически банит своего Нуну, на котором он тоже неплохо отыгрывал. Как-то ребята решили поменяться ролями. Откуда ты знаешь? Может быть, они замаскировались и поменяли команду, но вряд ли. На самом деле, я даже не знаю, чего ожидать. Будет ли бан Казикса, потому что, действительно, это единственная игра, единственный чемпион, на котором как бы Ацелот был успешен. Но пока что это бан Трэша. Да, кстати, Трэш — это один из чемпионов, который был в этой победной игре. Да, так что да, все-таки да. Что-то сейчас, команда Ninjas in Pyjamas знает. Сейчас минус 3 чемпиона из той победной игры. Может быть, это, конечно, не так существенно, как открытые пики. Например, Кеннон, на котором Ацелот тоже играет. Элис открыта, Дрейвен открыт. Касадин, Малфит. Все эти чемпионы вполне могут стать решающим фактором в победе SK Gaming или, соответственно, Ninjas in Pyjamas. Да, если ты помнишь, что NeGodBro очень отлично отыгрывает на Насусе, поэтому я думаю, что вот именно Насус — это тот бан, который непосредственно направлен на этого игрока. И вот бан Эвелин. Вот с баном Эвелин, я думаю, Даймонд бы очень расстроился, если бы забанили Эвелин. Эвелин. Я не помню, чтобы Свенскрин играл на Эвелин, но, возможно, что-то изменилось, и он последние несколько недель тренировался скрыто от нас, но не от команды SK Gaming. И Twisted Fate. Ну, конечно, это один из тройки, но не забудь. Джейс открыт. Да. Да, действительно, вот мы оба заметили это. Я думаю, что наши зрители тоже это заметили. Джейс один из самых, можно сказать, результативных чемпионов. Самых популярных. Да. То есть он либо пикается, либо банится. Причем большинство игр с Джейсом, они и победные. То есть вот такая вот интересная ситуация. Как, в принципе, с Казиксом. Но вот почему-то, смотри, Казикс несколько раз у нас уже оставался открытым, и его не брали. В свою очередь у нас открыт также Джарван, тоже весьма популярный пик джангл из Реаль. Что же у нас еще? Наутилус, может быть? Ребята как-то тянут. Посмотрите, для них это очень важная игра. Они как бы действительно продумывают свои пики. То есть тут даже как бы гадай ты не гадай, да, какие возможно пики, возможно сильные пики их, но они будут готовить что-то новое, потому что все, что до этого они делали, практически не работало. То есть их счет об этом свидетельствует. Значит, нужно придумывать какие-то новые варианты. И Ниф получает Сону, хотя для Ниф это достаточно стандартный суппорт. Играет очень, точнее, пикают очень сейфово. То есть Сона ни о чем пока что не говорит. Сона — универсальный суппорт, который подойдет почти под любой сетап. И, соответственно, они как бы вынуждают команду ниндзя в пижамах пикать и... позволяя Ацелоту сыграть против, контрапикнуть мидлайн и, соответственно, облегчить себе жизнь. Ну, они просто пытаются разгадать тактику хотя бы по вот этим первым двум играм. Но, кстати, посмотри, команда Ninjas in Pyjamas, в принципе, и не скрывает, потому что, возможно, это будет Рианна вместе с Джарваном. Это серьезная заявка на комбинацию, которая стандартно проходит, да. То есть это еще, скажем, такая затертая комбинация со второго сезона с шариком на Джарване. Как бы и...
Они локают, то есть все, они просто показали, да, мы хотим идти вперед, мы хотим врываться, но при этом у нас есть Риана, которая может и защитить любого проседающего игрока своим щитом, да, и отзонить соперников. Вчера Риана просто спасала жизнь, на самом деле, своими да. щитами. Что у нас думает пока сделать Хирбот? Смотрит он на Ксензао. Ксензао, наверное, второй по популярности джангер, когда у нас забанен... либо Наутилус, либо Джарван. Во всяком случае, так у нас все время происходит на русском сервере. В свою очередь, Оцелот. Как ты думаешь, будет ли он пикать сейчас Адекири или кого-нибудь он пикнет для Я думаю, Адекири. Нет, Адекири. Это определенно будет Адекири. Ему не хочется раскрывать, во-первых, свои карты, да? А во-вторых, он хотя бы хочет знать, против какой полного става они играют. Даже если сейчас будет пикнут топер и суппорт, это уже будет известно, какого АП-керри брать. Возможно, того, которого меньше эскейпов, но больше инициации, больше бёрст. Либо, наоборот, какого-то более мобильного героя. Может быть, не АП-керри, а все-таки Казикс. А может быть, да. Может быть, будет это Джейс. Джейс все еще открыт. Я не понимаю, что ребята делают. Такой очень сильный чемпион, и он все еще открыт. Но как-то даже на него и не смотрят. Не было никаких задумок взять. Даже никто, как говорится, по нему не водил. Рукой, мышкой не водил. Я вообще думаю, что, в принципе, команда SK Gaming может взять Джейса. У них сетап пока что не оформлен до конца. И Джейс хорошо сюда впишется. Единственный вопрос в том, будет ли он на миде, либо он будет на топе. Да, потому что у них комбинация может быть как и инициации с помощью Харкибота и Кевина, да, то есть после чего и также Кэнди Панда сможет непосредственно использовать свой ультимейт, да, залочить кого-то в какие-то цели на одном месте и дальше продолжить с комбо инициации. Если будет это Джейс, то, конечно, они будут играть от дисенгейджа, от того, что Джейс может располкать команду соперника. И в нужный момент, как бы при необходимости Нив, на Соне, да, защитит свою команду. Но посмотри, а вот эта заявка от Ацелота, вот это за Лиссандро, они, посмотри, нет, все-таки это Казикс пока что. Но еще неизвестно, конечно, кто же это будет на самом деле, но Оцелот, я думаю, и на одном, и на другом герое неплохо отыграет. Вот только какого героя он предпочтет? Немного нового для себя или того героя, на котором он уже получил результативное, так сказать, очко? Ниндзя в пижамах пикнули также у нас Лулу и Эзреаля. Именно этот ботлейн был в выигрышной игре против Lemon Dogs. Поэтому Ниндзя в пижамах настроены весьма и весьма решительно на эту игру. Именно эта игра позволит им прочно занять второе-третье место с конца, скажем так, и отправит СК на самый низ сетки. Вот это да! Рамбл, пожалуйста! Рамбл, да, этот Йордл будет доставлять. Это, конечно, не Джейс, но Рамбл лично я давно не видел, и когда последний раз я видел его на All Stars. Рамбл в исполнении PDD, это было просто что-то. Да, это была невероятная игра, но сейчас у нас на Рамбле, я подозреваю, будет Кевин, а, соответственно, Оцелот будет на Казиксе. Ой-ой-ой, что ж ты делаешь, негодобро? Уговариваешь свою команду взять Синджи? Он не просто уговаривал, да, он уговорил. Синжда, ребята, это будет Синджи, я думаю, это будет невероятно интересная игра, потому что команда Ninjas in Pyjamas собрали невероятно сильный состав, очень распространенную комбинацию, когда есть Джарван с Арианой, но при этом есть огромное количество протекта от Синджида и Лулу, то есть АД-керри защищен, АП-керри защищен, инициация есть, но при этом есть такой вот защитник и такой мешающийся персонаж, как Синджид, которого убить невозможно. А он который сможет постоянно пушить, держать вражескую команду в напряжении, и если он будет успешен на лайне, то Синджид будет стягивать все внимание именно на этот лайн, позволяя своей команде вчетвером разыгрывать какие-то objectives на карте того же дракона, башни, бафы, все что угодно. Да, определенно, я думаю, заострят ребята внимание на башнях, потому что все-таки выигрывает та команда, которая добирается таки до базы соперника, поэтому башни будут падать определенно. Но команда SK тоже хорошо собралась. С другой стороны, я могу сказать, что у них как раз-таки такая комбинация, которая может просто взорвать команду соперника, если у них равные шансы. То есть здесь нельзя команде все-таки СК отставать в самом начале. Им нужно играть в свою игру, им нужно пытаться навязать свою игру. Что ты думаешь, вот какая из команд тебе, возможно, больше симпатизирует? Я даже не знаю, на чем мне остановиться, потому что это сильные и одновременно популярные и классные пики. Синджид против Рамбла. Я обожаю обоих этих чемпионов. Ксинджао, Джарван. Тоже не могу выбрать предпочтение. Казикс, Ариана, ну, тут, не знаю, тут на всем классно играть, на классно будет посмотреть. Единственное, что из Ариана... ты не можешь определиться, я не могу определиться. Так, у нас Авертум не может определиться. Давай спросим поддержки наших зрителей. Ребята, кто болеет за СК?
А кто болеет за ниндзя в пижамах? Они тоже не могут определиться, 50 на 50. Что такое. Голосование нет. Было верно. Да, голосование было определенно верно. В общем, смотрим, что у нас будет происходить. Игра начинается. И я думаю, что, возможно, у нас будут инвейды. Как ты думаешь, будут ли у нас инвейды? Потому что комбинации, в принципе, располагают к этому. Синяя команда у нас сейчас посматривает на то, чтобы встроить лейт инвейд, или, возможно, это будет какой-то вард на големов. Я не знаю, был пинг вниз, туда идет только Варус, тогда как вся команда SK Gaming направляется на мидлейн. Знаешь, в чем плюс как бы инвейда от красной команды, а не от синей? Синей команде очень легко и выгодно начать на ботлейне с големов, и в принципе это их никак не смущает. Они получают дополнительный опыт, и как мы знаем, что ребята играют на патче 3.7, то есть с этим у них никаких проблем. А вот красной команде так легко не начать, поэтому либо им нужно делать свап-лайн, чтобы ботлейн как бы тоже получал опыт с големов, и тогда стоять против даблейна придется у нас Рамбл, что сейчас примерно и происходит, кстати, заметь. Да, вот, то есть ребята решили сыграть безопасно, но при этом также, чтобы ботлейн не отставал от, как бы, красный ботлейн не отставал от синего. Соответственно, мы видим то, что Лулу и Изреаль собираются сделать големов точно так же, как это собирается сделать Варус с Соной. То есть никакого преимущества. И даже, знаешь, Рамблу будет действительно тяжело стоять сейчас против даблайна. Это сильный паук против не очень высокого рейнджа электрогарпунов Рамбла. Я думаю, ему потребуется помощь к Синзао. Да, но ты не забывай про Синджида, который, с одной стороны, да, чемпион, которого очень сложно убить, но в самом начале это один из самых, скажем, безобидных чемпионов, потому что все, что он может сделать с уроном, это если он кого-то затащит под свою вышку. А так, пока крипы будут фризиться потихоньку, пока его будут зонить непосредственно Кэнди Панда и Ниф, то он тоже ничего, в принципе, не сможет сделать, если ему не поможет Джарван. Ну, посмотрим, как все это выйдет. Джарван, в принципе, поскольку его красный баб находится в безопасности, может сразу же отправиться на бот, пройдя через дракона, через альков дракона, и зайти в спину Варусу и Соне. Но, похоже, Джарван все-таки отправится у нас на свой красный баб. В свою очередь, Сингит действительно уязвим очень против рейнджовых персонажей. И я не знаю, сможет ли он сейчас фармить. У него есть два спыла на эскейп, соответственно, это Гост и Флэш. Нету у него телепорта. Вот это мне видеть несколько непривычно. Особенно флеш на Сингиде. Это будет и Синджид для инициации. То есть ребята подумали, что ему не нужно будет так часто сплит пушить, как скорее при тимфайте. Им нужна вот эта мобильность, чтобы сразу попасть в стан врага, да, как бы забежать туда, куда надо, и поймать того, кого надо, кого они наметят, будь то АП керри, АД керри. Но, поэтому такая тактика, да, тоже имеет место быть. Причем против дабл лейна ему будет легко убегать от дайвов в такой комбинации. Не забывай еще и об этом. Потому что очень часто, вот сейчас, например, он нужен к Синжао, который забирает в райт-офф, потихоньку отправится дайвить Синджида на бот-лейн, чтобы помочь быстрый пуш вышки. Но Джарван-то уже тут. Посмотри, Джарван уже готов дайвить Рамбла. Рамбл всего стоит один. И у него нету вардов, он даже не подозревает, что Джарван находится. И Рамбл-то еще все первого левела, тогда как Изреаль и у нас получается Лулу второго, а Свенскрен уже третий. Да, это будет очень сильный дайв, потому что на первом левеле практически ну никак не проживет Кевин этот дайв. Я даже не представляю, смотри, что он смотри, сможет сделать. Он получает второй левел, получает немного больше хп. Сможет ли он уйти? Он отфлешивается под экзост, он убегает. Нет, это пес Блад, который забирает Свенскрен. И у нас Ацелот, неужели он тоже умрет? Нет, Ацелот будет жить вечно. Ацелот будет жить вечно, но, кстати, Бьорксен, заметь, играет так агрессивно против Казикса на Риане. При этом просто ребята решают, что хорошо, мы потеряли топ-лейн, да, мы потеряли ботлейн. SK Gaming забирает у нас вышку на миде первое. Соответственно, возможно, сейчас потеряют они вышку на топе. Очень много крипов. Свенскрин помогает в этом нелегком деле. В свою очередь, Изреаль сразу же отправляется на бот. Вау, это что это у нас такое? Дракон на четвертой Ребята, минуте? Дракон на четвертой минуте. Ну, пятая минута, скажем так, начинается. Но посмотри, подходит у нас Синджит, он сейчас вряд увидит. Ли он что-то сможет сделать на данный он момент. Он сможет сделать, потому что Ариана тоже здесь. Он вбегает, он ничего не боится. Он перекидывает Кэнди Панда, Кэнди Панда прожимает барьер. Кэнди Панда пытается уйти, отфлешивается, забирает к Синзао дракона. И под гастом Синджит пытается убежать. Ему это удается, но дракон за SK Gaming. Вот это агрессивный ход. За вот убийство, за First Blood с таким количеством ассистов, это, в принципе, практически 600-650 золотых. Ребята решают, ну хорошо, вы забрали килл на Рамбле, вы получили деньги за First Blood. Мы получим деньги за дракона, это 1000. Да, за дракона и за тавер на боте. Казикс продолжает у нас фармить мид. Я думаю, Ксензао отправится на свой первый бэк.
закупится. Интересно, кстати, вот пойдет он через големы или через мадреды? Как ты думаешь? Даже не знаю, потому что Мадрид, все решилось. Все решилось. Никакой аналитики. Даже не придется это обсуждать. Решает очень агрессивно сыграть Ксинжао. Они поняли, что понравилось им быстро красть дракона, да. Поэтому он рассчитывает: ну, раз так, то я попытаюсь, может быть, потом еще сам украсть его еще разок. Забрать скорее, даже так. Сингет отправляется у нас на топ. Положение по вышкам у нас сравнялось. Джарван идет во вражеский лес, встречает он сейчас Ксинза. Будет ли Ксинза с ним сражаться? Я не знаю, они как будто, знаешь, так посмотрели, развернулись, разменялись ударами и снова уходят. Джарван возвращается, Ксин вардит, и что у нас будет дальше? Ну, ребята как бы смотрят, что и как происходит. Ну, посмотри, что происходит на топ-лейне. У нас слишком большой пачки крипов. Затерялся Кевин, получил огромное количество урона. То есть Син же надамажил крипами Кевина. Да, получается, что так. Хьюрк бот находится здесь. Слишком большая толпа крипов, сражаться не получится. Но, в принципе, Ксин Зао может попытаться разделить опыт вместе с Рамбл и убедиться, что его точно снова не задавят и никак не убьют. Скажем, такая необычная немного игра, непривычное начало игры, потому что вышки были забраны, а потом агрессивные действия и закончились. То есть теперь Джан... Я бы не сказал, что агрессивные действия закончились. Посмотри, как играет Бьерксон. Бьерксон играет достаточно агрессивно, просто потому что это позволяет ему его рейндж на данный момент. А как же по-другому играть на Казикса, кроме как так? А то сейчас Оцелот соберется и просто слопает Ариану на мидлейн, если Ариана не будет постоянно хотя бы как-то харасить. Интересно, через что у нас будет играть Оцелот, что он будет эволюционировать. Мы сейчас посмотрим, потому что у нас идет сейчас тимфайт, влетает Бьерксон, у Бьерксона нет маны, промахивается Оцелот своим W. Бьерксон должен умереть здесь, на него прожимает еще одну автоатаку. Хьюркьюбот, неужели он умрет? Да, к сожалению, он умрет. Нет, он не умирает! Этот красный пот спасает ему жизнь. Попытается он сейчас бэкнуться, потому что по его душе может выехать Свенскерен. Но Свенскерен нет, решает, я не буду искать. Или будет? Нет, он попытался найти, но вряд ли сможет найти, потому что отправился немного в другую сторону, и этот дайв был оправдан. На самом деле интересно то, что, как ты знаешь, каждый последующий удар от одной и той же вышки увеличивает урон. Да. А он бежал мимо второй, и его ударила вышка первым ударом, самым, как, скажем так, своим слабым. Оказалось, что этого как бы хватило, чтобы пот, красный пот, который он выпил, он отличил его за это время. Невероятно, отлично сыграл он. Сравняв счет, кстати, 1-1 по вышкам, 1-1 по киллам. И уже заметно, что этот дракон дал преимущество практически в 700 золотых сейчас команде СК. Неплохое для них начало, то есть многообещающее, но неизвестно. Все-таки в руках команды Ninjas in Pyjamas комбинация Ариана плюс Джарван. Да, и эта комбинация сейчас катаклизм. Вместе уже забрала голема. Ариане достался в синий баф. И у Казикса большие проблемы, потому что Харас сейчас будет постоянным. Но я думаю, что Ксинза поможет взять Казиксу его синий баф. И здесь эта ситуация уравняется. Казикс у нас 7-го левела. Посмотри, кстати, что происходит на топе. Нигудбро бежит прямо по ульте Рамбла. И он не выживает, не выживает. И Казикс продолжает нас агрессировать на миде. Без синего бафа пока что. Подходит у нас Джарван, чтобы захолдить лейн. Позволяя и открывая как бы возможность к синей команде. Действует как он хочет. Посмотри, кстати... У нас забрал Хьюрку и бот себе синий баф. Он обделил Оцелота. Он говорит, Оцелот, тебе не нужен синий баф. Понимаешь, как бы у нас вот Генджи играет с трипл даран тактикой. Вот, ну, Оцелот решил три лонгсворда собрать, да? То есть он свою интересную тактику придумал. На самом деле, конечно, это будет, скорее всего, бруталайзер и Муромана. Но поскольку у него есть уже капля, я думаю, он рассчитывает на то, что синий баф ему не нужен. Он сможет спокойно, медленно, но верно настакать как бы за счет и отрегенить, за счет именно вот этой капли себе на медленно свою ману. Наверное, здесь еще был расчет на то, что Ксин Зао пытается зайти на Ариану с фактически чуть ли не сзади. Но Бьерксен сразу же понял, что нужно вовремя ему отступить. Подходит у нас Кэнди Панда. Пытается они сейчас снести мид таур, во всяком случае продамажить настолько, насколько можно. СК Гейминг пятером находится здесь, идет от Эзреаля ульта, и они сносят весь крипвейв. Да. Сейчас Синджиду, конечно, очень сложно, потому что Рамбл получил вот этот килл, у него есть преимущество в два уровня. Кевин, можно сказать, он теперь король топ-лейна пока Синджи даже не может делать свои обычные мувы, знаешь, как бы забирая крипов, пробегать за спину врагу, потому что вышки-то уже нету, в принципе, то есть не за что забегать. А при этом Кевин очень-очень силен сейчас. И такой оверлевел, как бы такие айтемы, которые у него сейчас собраны, позволяют ему просто невероятные проблемы доставлять этому мили-чемпиону. Подходит на топ Джарван, подходит он на помощь Сингиду.
я не знаю, Рамбл сейчас может оказаться в опасности, если Джарван выдвинется ему за спину. Потому что здесь в верхней части карты никого из СК Gaming нету. Но у нас Бьёрксон решает, что пора отправляться на базу, пора закупиться. И поэтому Рамбл спокойно идет на мид, не тронутый никем. Кстати, а не думаешь ли ты, что ребята уже-то готовятся ко второму дракону? Потому что дракон-то был забран на 4-й минуте. Да, я думаю, что никто не был готов, что он появится. Даже, смотри, у нас не было таймера точного, показанного на экране. Это 10-я минута, это второй дракон для СК, который никак не будет законтещен в ниндзях пижамах. Это второй дракон! Ребята, второй дракон на 11-й минуте. Это, конечно, феноменально ребята играют. И сейчас они, в принципе, тем самым дали немного Нигодбро пофармиться на топ-лейне. Но я думаю, что Кевин, недолго думая, он рекольнулся раньше, чем дракон еще умер, чтобы вернуться и не пропустить этот огромный крипвейв. То есть, как бы, не сильно много Нигодбро сейчас набрал в свою копилку. Кевин не отстает определенно. Мы видим, как Казикс продолжает сражаться с Арианой. В первую очередь Оцелот у нас проэволюционировал Void Spikes, чтобы отпушивать, потому что Ариана делает его гораздо эффективнее, чем Казикс без эволюции на W. Подходит у нас сейчас QQBot. Будет ли это какая-то агрессия? Прыгает у нас Оцелот, пытается сражаться с Бьёрксоном один на один. У него это прекрасно получается, потому что Бьёрк рядом. Подходит к Ксинзау, но он даже не получает ассист, потому что Оцелот убивает его соло. Поэтому Ксинзау влетает на Джарана. Он видит, что Сингит появляется из угла и решает, что лучше сейчас с ним не связываться. Да, невероятно хорошо отыграл Оцелот. Вот о чем я говорил, да? То есть Риана постоянно харасила его для того, чтобы не было вот таких влетов. А сейчас Оцелот был на фулл хп, он пришел, зачистил волну. Давай! Неужто дай по два тауэра? Нет, они просто отзонивают Джарвана, чтобы тот даже не думал защищать. Да, посмотри, получили они пару ударов от вышки, но уже вышка не так опасна, она не так сильно снова, бьет. Снова собирается SK Gaming в пятером. Теперь уже в пятером они собираются на мидлайне, и это Т1 на миде. Т1 на миде, причем очень важный тауэр. Опять же, мы говорили не раз уже, что позволяет как бы джанглеру СК с Харкьюботу очень свободно себя чувствовать на инвейдах, потому что и как раз таки очень сложно себя сейчас будешь ощущать так, как такая сквишовый как бы персонаж, как Бьёрксон на Ариане. Потому что Ариане сложно будет, пока она еще не имеет такого количества ability пауэра, чтобы вешать на себя миллионные щиты, да. А ей постоянно придется дежурить к Свинскерону рядом с Бьёрксоном, чтобы его спасать. Идет вардинг всего леса, понимая, что ниндзя в пижаме они уже не в такой безопасности, как раньше, после падения этой башни на миде. Но и вардинг от SK Gaming просто прекрасен. У них контролируется река со всех сторон, контролируется вход на красный баф команды противника, контролируется их синий баф. И красный баф просто контролируется Ксензау, который его сейчас забирает. Красный баф контролируется Ксензау. Это было интересно. Скорее, он не контролируется, он просто его использует. Заберет себе. И, скорее всего, я думаю, что команда СК намерена забрать вышку Т1 на топ-лейн. Это было бы логичным решением, потому что за счет этого ребята, пропушивая, например, мид-лейн, пропушивая бот-лейн, раз там нету Т1 вышки, крипы пройдут достаточно далеко и заставят оттянуться туда команду Ninja Pyjamas. И это даст возможность пятером, так же, как они сделали с мид-лейном, просто забрать топ-лейн. Синжит вряд ли что-то сможет сделать с ними, с пятью игроками. Пожалуй, что так. И как раз-таки SK Gaming собирается пока что втроем, но Казикс и Варус недалеко на топе. Вместе с Ксензао, Рамбл и Сона идут на топ-лейн. Подходит здесь у нас из ниндзя в пижамах Синджит. Нет, видишь, очень быстро Джарван отреагировали. Да, они быстро реагируют, потому что стояли здесь варды, они видели эти все перемещения. Но получится ли без Варуса быстро снести этот таур? Или, возможно, здесь будет даже какая-то инициация со стороны ниндзя в пижамах? Посмотри, как агрессивно двигается у нас Джарван. Он бежит прямо на Казикса, но влетает у нас Ксин. И он фокусит Джарвана. Джарван уходит от ульты Варуса. Прошивка идет как от Сона, так и из Реаля. Неужели у нас сейчас умрет Сингит? Да, это первый килл. Умирает после этого Джарван. Даже катаклизм не срабатывает. И SK Gaming делает 2 килла на топе. И таур, я думаю, достанется теперь им. Да, такое количество ультимейтов, такой напор, скорость, так, передвижение, кайт. Хотелось бы больше киллов, но 2 килла тоже неплохо. На самом деле, потому что это не только 2 килла, это еще сейчас будет вышка на топ-лейне, если одна. А все может быть так, что ребята из команды SK еще пропушат немного дальше, а возможно заберут красный баф, который недавно появился у команды Ninja in Pyjamas. Что думаешь?
Я не знаю, что насчет красного бафа. Я почему-то хочу... Ох, как отслетает у нас Ацелот. Продамаживает он Эзреаля и Ариану. И красный баф все-таки действительно достается у нас Варусу. Или, может быть, это будет Ксин, который опять его заберет. Нет, это все-таки Варус. И уходят они во свояси. Да, барон появился. Вот знаешь, мне хочется увидеть, что они сейчас еще барона сделают. Нет, мне кажется, ты разогнался уже. Это слишком-слишком круто. Не забывай, что через минуту, в принципе, появляется дракон. И ребята из команды СК вряд ли упустят эту возможность. Потому что сейчас команда Ninjas in Pyjamas, как бы они ни хотели, очень сложно им будет забрать барона. То есть вот не будет такого барона на дракона размена, как мы видели еще недавно. Слишком рано еще в игре, ни у кого нет армора. А вот как раз-таки команде СК очень легко будет забрать. О, посмотри, ты видишь это? Ариана собрала 2 Seeker Armguard. Ой-ой-ой, посмотрите на это, ребята, посмотрите. 2 Seeker Armguard, я даже не представляю, почему это было. Возможно, это был мисклик. Ну, надеюсь, что ошибочка исправится Бьёргсеном. Хотя, может быть, не ошибка, может быть, это его какой-то ход такой интересный. Но, насколько я помню, Seeker Armguard имеет уникальную пассивку, поэтому это не стакается. Соответственно, он не получит никакого дополнительного АП только и базовый армора, да, помимо всего этого. Но, тем не менее, сейчас у нас продолжается пуш по мидлейну. 24 секунды до дракона. Казикс уже внизу. Рамбл забирает волков. Я думаю, после этих волков он сразу же отправится вниз к дракону. И смотри, Нид Гулбро влетает, перекидывает он Киркбота. Если Киркбот сейчас умрет, они не смогут сражаться за этого дракона. Но они его сильно продамажили. Он вряд ли сможет теперь эффективно сражаться рядом с этим с этой рептилией. Да, ну не забывай, как бы такой плюс Казикса как чемпион, не забывай о том, что в принципе, когда команда на такой ранней, хотя 17 минут не так уже рано, но команда НИП не в той ситуации, чтобы драться с драконом и не бояться Казикса, который, получив ресет на одном, может просто пропрыгать по всей команде соперника. Казикс расхорашивает с помощью Void Spikes красную команду, выигрывая время для Ксензао, чтобы он успел вернуться с базы. Варус тем временем на миде отпушивает мид, чтобы ниндзя в пижамах были вынуждены на это отреагировать, или они будут иметь дело уже с вторым тавером на миде, у которого будет не так уж много хп. Воспользовавшись этим, SK Gaming просто-напросто снова забирает дракона. Будет ли у нас сейчас файт? Я думаю, что файта не будет, ребят. Ну, если он будет, он будет только после дракона, на самом драконе. Смотри, может быть, сейчас Кэнди Панда инициирует? Нет, к сожалению, нет. Нет, не решается. Да, и, в принципе, им это не нужно. Они сейчас лидируют по золоту на 17-й минуте. Кстати, один из самых больших отрывов, посмотри. На 17-й, на 18-й минуте уже 6 тысяч. То есть это значимый такой, скажем, перефарм. Но решает лететь у нас Свенскерин. Влетает он на Сону, подбрасывается, идет ульта Варуса. Влетает у нас Киркбот не по своей воле, но ульта Рамбла дамажит просто всех. И Рамбл начинает жечь. Перекидывает Рамбла в сторону, даже, наверное, в пользу красной команды. Кэнди Панда начинает сражаться за Тессом. Очень низких хп у нас Бьёргсен, он пока что выживает. Но Ацелот прыгает, он флешится, к сожалению, W не достает. Ацелот, ну нет, чуть-чуть не хватило. Но все-таки Ариану он добивает. Да, Игнайт таки добил Ариану. Не знаю, почему, когда он прыгнул, да, он не попытался сразу кинуть Игнайт на Ариану, чтобы получить этот ресет. Он в итоге сделал то, что он в самый последний момент, когда уже понял, что не догонит никого, только тогда это сделал. Ну, скажем, соответственно, я бы не сказал, что это был нормальный размен. То есть нельзя считать, что это был правильный ход. Хотя, с другой стороны, это все дальше и дальше отбрасывает мидлейнера от достижения своей цели. То есть фарма от айтемов. И, соответственно, Бьёргсен просто как бы слабеет с этого. А Казикс уже имеет достаточно как бы урона, чтобы... Ну да, он умер, хорошо, он вернется и все равно будет очень эффективен. Интересно же, сколько у него сейчас на Мурамане. На Мурамане у него половина, 372 стака из 750. Так что, возможно, минут через 5 мы увидим уже настаканный. Ну, возможно, побольше, побыстрее. Да, может быть быстрее, но в любом случае дэмэдж только будет расти и расти. В свою очередь, Бьёргсен так и не продал второй Seeker Armguard. Но, на самом деле... Купила книжку для КДР, но что-то как-то, знаешь, это выглядит, ну, не знаю, мне цепляет глаз. Да, действительно, глаз цепляется за это, но я, кстати, насчет Ацелота, вот действительно, а представляешь, если бы он получил там ресет? Там он было начал, бы 3 или 4 да. килла. То есть, действительно... это, наверное, мог был бы квадрокилл. Да, это мог быть квадрокилл для Ацелота, и вот о чем я и говорю, если ребята из команды СК выигрывают, это всегда такая прям наполненная моментами игра, то есть они делают очень красивые действия, и в особенности Ацелот.
команда SK Gaming сейчас двигается в сторону барона. Я с трудом верю, что сейчас это будет барон, но, возможно, они хотят навязать какой-то еще файт. У Кэнди Панды есть дабл баф, поэтому будет у него больше дэмэджа просто со скиллов. Не дает Свенскрину бэкнуться, не хочет, чтобы тот отправлялся обратно на фонтан, чтобы тот не закупился. Что у него там? У него есть уже Аигис, но пока что нету Spirit of the Elder Golem. Подожди, Эзриэль забрал большого врага или нет? Я пропустил. Я на самом деле тоже не заметил, я заметил зато то, что Оракул появился на обоих суппортах практически одновременно. Вард в пользу Нимфа. Да, кстати, только что до этого был вард в пользу Дефишева, так что 1-1 по вардам, ребята. Красный баф достается Кэнди Панда. Снова не его фактически красный баф, хотя, возможно, теперь это уже его красный баф. Всегда будет теперь ему доставаться. Будет ли у нас сейчас файт на топе? SK Gaming выглядит очень сильными в данный момент. Мне кажется, они могут даже задавить. Вард второй для Нифа. 2-1. Ну, на самом деле, ты прав. Очень сложно сейчас что-то сделать команде Ninjas in Pyjamas, потому что команда СК ведет уже 7000 золотых впереди. Это, считайте, на 21-й минуте. У вас у каждого игрока имеется как минимум по Giants Belt. То есть настолько большое преимущество, хотя бы если брать эффективную жизнь. Это невероятно. И сейчас без каких-либо проблем, это будет просто, можно сказать, отжимание вышек. Они будут отгонять команду соперника за свою вышку, и если они захотят ее защитить, им нужно будет инициировать. У них такая комбинация, они не могут распокать издалека, им придется инициировать. Но при этом они не могут инициировать и таким образом, что все они окажутся вместе, поскольку Rumble просто их всех ауешнет. Казикс запушивает у нас мидлайн, выходит ему навстречу Ариана, чтобы его отогнать. Сона колеблется пока между двумя группами, скажем так, между своим АД кэрри. Да, еще один вард в пользу Нимфа. Да, Нимф пока у нас лидирует, но в принципе лидирует его команда, хотя вот как-то даже я не заметил, оба Оракула появились практически в одно время, и неизвестно, какая из команд взяла это Киева первое, чтобы победить. Ну, в прошлый раз, как бы, когда был взят Оракул до 25-й минуты, все закончилось весьма печально. Но SK Gaming доминирует эту игру. Ну, на самом деле, да. Посмотри на вардинг. Ни одного свободного варда у команды Ninjas in Pyjamas. Вы такое вообще видели? Знаешь, мне кажется, они готовятся просто к барону. То есть это стопроцентный будет барон. Это оккупация называется. Оккупация леса. Да, действительно. О, может быть, сейчас Нимф умрет и потеряет свой оракул. Его выкидывают не в ту сторону. Отличная крещендо проходит у нас, но Нимф все-таки у нас умирает. Отпрыгивает Свенскрин. И ульта Рамбла не наносит столько урона, сколько хотелось бы. И Казикс тоже не получает ресета. 1-0 в пользу команды Ниндзя в пижамах. Но всех сейчас команды просто-напросто разойдутся. Хотя, может быть, Варус с Рамблом возьмут этот топ-лейн? Нет, Эзриэль подходит, и они будут довольствоваться только гаремой. Вот о чем я говорил, что, в принципе, проблема команды СК в данной ситуации, что у них должен инициировать харкибот. Здесь попался у нас Ниф, и получается, что его ультимейт был использован, чтобы спасти себя, чтобы дисенгейджить, ну, как бы убежать постараться. И это уже не так эффективно работает. Тут все-таки нужна определенный контроль этого тимфайта от команды СК. У команды Ниф намного все спокойнее. Они могут выпустить Джарвана, чтобы он заинициировал. Они могут действительно использовать инициацию, как только что был использован Shockwave. Да, и, соответственно, пойман был суппорт команды СК. Много различных вариантов, как это можно сделать. И, соответственно, один килл, поэтому и получили ребята. Но все-таки один килл, это не сократит преимущество в 7000 золотых. Ну, будет ли, может быть, он сейчас только увеличится, поскольку снова дракон появился. Появился он уже довольно давно. Команда SK Gaming подходит туда. Также у нас идет Нимф, подходит он и видит то, что ресетается синий баф. Возможно, он полностью ресетится сейчас. Я не знаю. Баф просто играет с Бьёрксеном. Наконец, все-таки останавливается. Казикс забирает Оцелот, у нас. Что ты делаешь? Что ты делаешь, Оцелот? Зачем ты отбираешь у бедной несчастной Арианы этот синий баф? Не хочет он не давать никаких вообще шансов вернуться в эту игру команде НИП. Ну, Оцелот. Просто браво. Оцелот настроен серьезно, да?
как говорится, смотрит в монитор, и у него только целеустремленность к победе. Вообще, он перед сегодняшней игрой очень много тренировался. Он прямо с утра сидел здесь и играл за компьютером. Да, мы могли наблюдать за этим. И, кстати, что он сказал? У него даже пытались там брать интервью различные. Он говорит, нет, я сначала оттренируюсь, потом сыграю игру, и только потом буду давать свои интервью. Так что он полностью уверен в своей победе, я так полагаю. Синий баф, команда SK Gaming все еще стоит на месте. Я не знаю, будет ли его брать этот слот, или же он оставит его Херкюботу. Красная команда собирается на миде. Тауэр на миде SK Gaming все еще стоит, и он мозолит глаза ниндзя в пижамах. Нужно что-то с этим делать. И будет ли сейчас что-то сделано или нет, я, честно говоря, не знаю. Ну, нет, я думаю, вряд ли что-то случится, потому что Рамбл уже выдвигается, а в скором времени он и дотянется ультимейтом до этого места при необходимости. И Ацелот также уже с ресетнувшимся синим бафом бежит на мидлейн, понимает эта команда НИП, потому что видели они, где прошел сейчас Рамбл, они поняли, что их ждет большие неприятности. И идет у нас инициация от Рамбла, влетает у нас Казик, к сожалению, никого он не дамажит, убегает в ужасе команда ниндзя в пижамах. Да, что самое интересное, что из этого именно в ужасе, потому что они бежали, не останавливались, они бежали, используя свои, как бы, максимальную скорость перемещения, да, то есть Arcane Shift использовал Эзриль, чтобы убежать. Главное, не попасться под минимальное хотя бы замедление, потому что если бы попало бы замедление эквалайзера чуть подольше, он решил бы не прыгать, тогда попали бы и ракеты от Ацелота, и тогда уже Arcane Shift был бы не настолько эффективным. Постоянно у нас идет война вардов. Дефишо зарабатывает себе очко. Ну и, соответственно, НИП от него не остается. Оу! Вот это и зря, знаешь, баф на баф. Да-да. То у нас тут Ацелот забирает бафы. Ну, Израиль решил, а чем я хуже? Ну, Израиль просто мастерски соснайперил его. И смотри, SK Gaming все еще находится возле барона. Бутлейн на середине. Сейчас снимут все варды. Даже вард просто пропадает. Пропадает у ниндзя в пижамах. Будут ли это барон или они будут байтить на него? Пытаются они, понимаешь, они не могут заставить кого-то, ну, выцепить одного человека, они могут только навязать файт за счет ульты Рамбла или ульты Варуса. Ну, конечно, если кто-то подойдет к этим кустам, то ультасон не даст им больше уйти, я думаю. А при этом правильно использованный ультимейт от Харкьюбота еще и раскинет по нужным сторонам, кого хотят они убить, кого не хотят, соответственно, откинут подальше. Но здесь, в данной ситуации, команда СК может вечность находиться в том месте, где они... Ну, и делать то, что они делают. Они могут просто байтить на барона, байтить на варды и, соответственно, вообще не давать ничего сделать команде Ninjas in Pyjamas. Снова снимаются варды от команды SK Gaming. Сколько уже было их убито? Тут, наверное, счет идет на десятки. И влетает у нас Синджит. Пытается он перекидывать, но идет отличный флеш. Киркюбот пытается дамажить и играют они по Синджиту. Получает у нас Казикс первый ресет. Он бежит дальше за Дефицио. Убивает они. Бьорксен убивает они из Реаля. Остается у нас Дефицио ненадолго, потому что единственный выживший Джарван сейчас будет прятаться по кустам. Не вариант, не вариант. О, нет, друг мой. И каблкил. Ацелот, вот что он делает? Нет, на Казиксе ему действительно, ему предписано играть на Казиксе с его стилем игры. Он невероятно отыгрывает, ну восхитительно, просто знает, куда нужно идти, чтобы получать свои ресеты. И, соответственно, мне кажется, что на этом моменте это как минимум ингибитор, а если ребята еще и постарались, могли бы забрать одну вышку. Но они сыграют аккуратно, потому что через минуту уже появится, через секунду появится Синджит. Мне кажется, знаешь, они попытаются сейчас забрать барон. Нет, нет, определенно они этого не будут делать, потому что через 10 секунд только появляется Джарван, у них как раз-таки есть это время рекольнуться на базу и с той же скоростью добраться до, соответственно, барона. За это время, конечно, команда НИП не успеет даже до туда дойти. То есть все, для них все хорошо складывается. Ребята лидируют сейчас на 11 500 по золоту, да, то есть команда СК чувствует себя великолепно в данной игре. Я думаю, что такого Казикса уже мало что может остановить. Тем более, да, если ты посмотришь на закуп у нас Ацелота, то это невероятное количество урона. Это уже настаканная мурам. Это Last Whisper, это Brutalizer и есть уже ГА, то есть как бы умирать есть ему не предписано. Да, то есть он уже будет готов летать прям в самую гущу сражения. Отправляется у нас Рамбл на бот. В принципе, я думаю, они могли пойти в размен на этот тауэр, но они не хотят отдавать ни единого шанса ниндзя в пижамах. SK Gaming нужна эта победа, и сейчас все складывается слишком хорошо, чтобы допускать даже малейшие ошибки или играть хотя бы чуточку рискованно. Ну да, посмотри, кстати, занимательные цифры, да? Посмотри на количество фарма у обеих команд, потому что, так или иначе, как бы, скажем так, фантастично, на целых 11 000 не отставали команда
крип от команды СК по золоту, они фармятся абсолютно идентично, да, то есть 10 крипов разницы в одну сторону, 10 в другую на разных керри, соответственно, Казикс проигрывает Риане 10 крипов, там 20 крипов выигрывает у нас Варус над Эзраэлем, но в принципе разницы по фарму нету абсолютно, даже такой ситуации. Забирает второй тауэр на боте. Бот пушится, естественно, сейчас в сторону команды Ниндзя в пижамах. Будет ли у нас... Нет, ты знаешь, синего бафа нету, поэтому я думаю, что СК Гейминг просто отправится сейчас на барона. И да. Либо будут байтить на этого барона, либо просто очень быстро его заберут. Я думаю, что даже байтить им вряд ли нужно, потому что и при необходимости Оцелот всегда может выйти из файта, начать получать свои ресеты. Хоть... Да, смотри, нет, это будет засада. Это будет засада. Лучше схитрить, скажем. Флаг от Джарвана. На самом деле, я ждал, поэтому я как бы изначально начал говорить, что байта, скорее всего, не будет. Просто команда СК решила опровергнуть мою как бы теорию. Но стоило бы вспомнить, что против них на Свинскарен играет на Джарване. Да, он может флагом просветить. И против них есть Бергсон на Ариане, который может шариком просветить. Да, то есть причем со совершенно разных позиций. Ариане пришлось бы просвечивать через стену, даже через стену она была бы, не была бы в полной безопасности. Ну да, Кэнди Панда плюс Оцелот, и это был бы... И также ульт Сон. Ну да, и ульт Кевина, я думаю, тоже поспешил бы, потому что это он дал бы, скорее всего, знаешь, для полной уверенности нужно дать один ресет Оцелоту, и тогда уже тимфайт пойдет, даже если практически все ультимейты будут на это использованы. Сносится вард у нас в этом кусте. Еще один вард в копилку из Кагейминг. Я не знаю, сколько... Мне кажется, уже тут за 1000 голды заходит. Ну... Но как минимум за половину тысячи, да, точно. Да, за 500, я думаю, уже действительно на вардах ребята заработали. Красный, посмотри, сколько наносит урона Оцелот просто за два удара. Практически пол жизни бафа. Красный баф, соответственно, отдается у нас Кэнди Панде. Бот пушится, и команда ниндзя в пижамах должна на это отреагировать. Или да, и топ тоже, проблемы, смотри, Оцелот с вышкой. Они разрываются между двух огней. У нас Бьерксон отправляется на бот, поэтому 4 на 5 файт, возможно, сейчас ожидает команду ниндзя в пижамах. Либо они просто поймут, что это тауэр им не защитить. С помощью ультимейта Кевин может отзонить даже всю команду соперника. То есть он мог кинуть ультимейт на тауэр. С другой стороны, это, конечно, не позволяет команде не чувствовать себя более уверенно, если будет байт на барона, потому что нет ультимейта у Рамбла. Но Рамблу не пришлось его использовать, поэтому он есть. И сейчас, я думаю, барон был бы самым оптимальным решением. Может быть, поскольку Ксенза у нас подходит, убеждается, что здесь вардов нет. И начинается этот барон. Посмотри, как мало хп уже у Игудбро. Кевин их зонит настолько, насколько может. У нас идут шары, у нас идут эти флагштоки, которые работают как варды, поскольку оракулы везде просто. И идет отличный ультимейт от Кевина. Израиль уходит через стену, но Кевин начинает их гнать. Понимает, что сейчас догнать им не получится. Объединяется своей командой. И они пытаются сейчас отрезать путь отступлению. Даже, знаешь, если правильно делай, посмотри, да. это может быть просто бейс-рейс, потому что ребятам приходится реколиться, или нужно зажимать их в коробочку, но если они зажмут, то здесь вся они инициация. Пытаются. Идет у нас инициация от Свенскерен. Свенскерен садит в катаклизм, сам убегает оттуда, выплешивается, но Изрянус почти умирает. Ну, давай, Оцелот, ресет. У него падает в гарде, знаешь, Оцелот все еще в игре. Будет ли он прыгать? Он забирает первый килл, он прыгает второй, и это даблкил для Оцелота. Оцелот, давай! Ах, он умирает у нас, и Бьерксон умирает у нас сейчас следующим, потому что килл забирает Рамбл, и будет ли он гнаться со следующим киллом? Я думаю, Рамбл может погнаться со следующим киллом, хотя в этом нет необходимости, потому что ребята могут просто попытаться забрать открытый инвитер. Минус Оракл. Минус Оракл, минус Дефишо. И Эйс, и, соответственно, я думаю, что это будет два ингибитора, возможно, даже гей. Это будет два открытых ингибитора. Хотя, с другой стороны, 30 секунд до Арианы, 15 секунд до Эзраэля, 17 до Синджида. Это определенно будет два открытых ингибитора уже. Точнее, не открытых, а убитых ингибитора. Но... Да, Рамбл присоединяется. Рамбл все-таки не решается бэкаться сразу. Он присоединяется, поэтому он защитит от Свенскерена своих сокомандников. И, в принципе, второй они... ингибитор пока у нас выживает. Джарван его пытается спасти как только может. Да и крипы ему в этом помогает. И снова СК Гейминг отправляется на базу, чтобы повторить то же самое, что было несколько минут назад. Снова будет огромное количество вардов в этой части карты. Снова будет попытка взятия барона или байт на него.
Да, и все еще нам понемногу мозолит глаза закуп Бьёрксена, потому что все еще в нем два армгарда. Ну, ладно, так уж и быть, возможно, какая-то хитрая идея под всем этим есть у Бьёрксена, но точно никаких хитрых идей, кроме как получать ресеты и убивать, нет у Оцелота, что он, в принципе, и исполняет. Я думаю, это в любом случае неплохая идея — прыгать и убивать все, что только шевелится. Солод забирает очередного дракона для своей команды. В этот раз соло. Он может себе это уже позволить. И у нас рассыпаются первые варды со стороны ниндзя в пижамах. По их лесу прыгает у нас Оцелот, забирает он этот синий баф. Бафы вообще достаются в этой игре ниндзя в пижамах или нет? Вот в том-то и дело, что команда ниндзя в пижамах давно не видела даже своих бафов. Но при счете 17-4 и при перефарме в 15 практически, в 14 500, мне кажется, это не мудрено. Тем более 8 на одну вышку, посмотри, 8 на одну. Еще один вард в пользу Соны. Открытый ингибитор, и СК Гейминг хотят его просто забрать. Команда ниндзя в пижамах пытается что-то у нас сыграть против Ксинжао. Ксинжао отходит, но вард за это время снес половину ингибитора. Стоила ли она того, не думаю. Да, и да, у нас потихоньку падает этот ингибитор, хотя... Знаешь, такое ощущение, что даже барона сейчас не будет, будет просто снесен ингибитор и будет постоянный пуш, потому что на топе уже идет супер крипы, они подходят тава к башням возле Нексуса, и команда ниндзя пижама... Да, придется отойти ребятам из НИП, а может быть будет заинициирован специально тимфайт, чтобы они не успели отойти, не успели защитить, и эти крипы потихоньку бы схрумкали тауэры. Идет альтимейт от Рианы, влетает там же Свенскрен. Но Ксинзао делает отличную работу, и Свенскрен у нас здесь умирает. Варус убивает Синида, в свою очередь дает ультимейт. Это еще один килл, это дабл килл для Варуса. И это Казикс начинает прыгать, делает он также дабл килл. И Оцелот вместе со своей командой выигрывает эту игру. Да, все ребята, кто болели за СК в этом матче, поддержите своих ребят. Браво, СК Гейминг, браво! Да, молодцы. Молодцы ребята из команды SK Gaming. Вот это то, от чего, чего мы от них ожидали. Посмотри, как он просто... Все, он сделал это. Он сломал этот лустрик. Да, молодцы ребята. Ну, действительно, они хорошо отыграли. Что тут еще сказать? Они вот начали играть в свою игру. И это мне как бы очень понравилось. Заметь, Казикс на Оцелоте работает. Да, точнее, Оцелот на Казиксе, наверное, будет так правильнее, ну, да, сказать. Возможно, и так, конечно. У меня просто нет слов. Казикс в этой игре полностью себя оправдал. Оцелот старательно тренировался сегодня прямо с утра. Знаешь, ходили какие-то странные слухи о том, что Оцелот, точнее не Оцелот, а вообще команда SK Gaming собирается как-то распасться после всех этих неудач. Как бы не так, дорогие друзья, потому что SK Gaming снова на коне. И с этой победой, я думаю, они откроют серию других побед на следующих неделях. LCS летней серии. Да, абсолютно ты прав. В принципе, команда СК, у них примеры, они немного нехорошо начинают и потом потихоньку и вырастают. Именно опять так. До высоких мест. Тем более команда достаточно опытная. Оцелот довольно определенно подмигивает он камере в его стандартном стиле. Ну, посмотрим, что у нас будет в следующей игре. А давай пока мы посмотрим, что же у нас произошло в этой игре. Как получилось так, что... Вот как ты думаешь, именно Казикс был тем ключевым звеном, который позволил SK Gaming выиграть? Или же все-таки это было Кевин, который своими ультимейтами наносил огромное количество урона всей вражеской команде? Я думаю, что ситуация была такая, что Кевин сыграл очень важную роль тогда, когда он один, самолично, да, забрал Синджида, да, на топ-лейне. То есть Нигодбро ошибся, слишком далеко забежал, и пришлось ему под таким углом бежать, что он постоянно горел в эквалайзере. Это положило начало конца по той простой причине, что теперь Рамбл был настолько силен в тимфайтах и, в принципе, сам по себе, что его было сложно с ним что-то сделать. И на него либо нужно было отвлекаться, либо про него забыть. А как бы если про него забыть... Попробуй забыть против Рамбла. Да, да, да. Если его забыть, он, соответственно, будет продолжить, как бы продолжить свою серию, будет фармиться, будет сильнее и сильнее становиться. Если на него отвлечься, тогда это позволяет всей оставшейся команде как бы доминировать на карте, как раз-таки делать инвейды, потому что все будут отвлекаться на то, что делает Кевин. И так и случилось, в принципе, как бы серединка на половинку была, и одна, и другая ситуация, но...
просто не могли совладать с Кевином, да, никто из команды соперника, никто с ним даже не пытался драться. Ацелот, в принципе, со всего этого урона он получал возможность ресета. То есть была явная синергия. Кэнди Панда не мог, как в вчерашней игре, использовать этот глобальную ситуацию. Он играл вчера на Аше. Отличие у него были ультимейты. Но в этот раз ему приходилось оставаться все-таки ближе. Да. У нас будет интервью с Ацелотом. Он даст, как он и обещал, он после всех тренировок даст интервью после игры. Так что не переключайтесь. Кстати, ребята, вы ожидаете интервью с Ацелотом? Вот так. И сейчас мы передаем слово на интервью. Thank you very much. Here it's Ocelot, team captain, of course, of SK Gaming. A great game, a great win from you guys. And it seemed to me that for the first time this weekend, you were really playing as a team, getting those objectives, and you as well. Well, it's most like most likely we didn't have any training in between DreamHack and Russia. Not even having any training in the last 2 months. So it's, I mean, anything we try is going to be tried for first time in front of the crowd, in front of 150K people or 200K people. So it's really risky, but it worked out and nothing else to say. I'm actually kind of happy because if we would have lost, it would have been kind of bitter. So, yeah. So, Carlos, I mean, I was going to ask you what's going on with the team. We also saw the tweet of the CEO, of course, but I seem to be asking you the same question every couple of weeks. So when are we going to see a consistent good SK? Well, problem is that when players hit certain level of fame or whatever, they tend to stop being grounded. And I think we really need to make sure we understand this is a dream. We need to make sure we understand we have to train more than others to win and to play better than them. We are not just gifted by being born better than others. We have to train more than others. If we don't train, we don't win. It's as easy as that. It doesn't matter you're called Ocelot, doesn't matter you're called Kevin or whoever. If you don't train, you don't get better, you lose. All right. You guys are extremely popular here in Russia. What do you want to say to your Russian fans? Well, it's crazy. Like, I never thought actually I had this, well, we had, sorry, this fan base in Russia. I'm seeing like a lot of like bands with SK, Ocelot and crazy. I didn't expect it. Even against Gambit, some of them were actually rooting for us, which is crazy. And all I can say is, well, maybe I screw up right now. Россия спасибо. Thank you very much, Carlos, and congratulations. Now, we've put one game in the books, and there's so much more to come as the Lemon Dogs take on Snoopy and the veteran Evil Geniuses next, after the break.